Всем привет, друзья! Вы на канале F1 Stelsic. И сегодня на презентации команды Alpine F1 очень радостная новость для нас, так как Даниил Квят подписал контракт резервного гонщика с этой команды. То есть в случае того, если Фернандо Алонсо, например, либо Эстебан Окон будут пропускать гонку, то Даниил Квят поедет боевым пилотом. Мы, конечно, не желаем этим обоим гонщикам каких-то проблем со здоровьем, но, как мы видели, и с Алонсо случился конфуз, когда он попал в аварию на велосипеде. Соответственно, вот он сейчас пытается восстановиться к началу тестов, к началу сезона. Эстебан Окон, в принципе, с ним все в порядке, но мы живем в эпоху пандемии, соответственно, случиться может всякое, как мы видели в прошлом году на примере и обоих гонщиков Racing Point, Серхио Переса и Лэнса Стролла, и Льюиса Хэмилтона и так далее. Почему хорошо то, что Даниил остается в паддоке? Наверное, потому что он будет у всех на виду, будет всегда готов сесть за руль в случае чего. И, в принципе, сказал, что будет использовать весь свой опыт для того, чтобы помочь команде развиваться. Ну, а мы, конечно, можем надеяться на то, что так или иначе, как был период с Феррари, когда он был резервным гонщиком, так и будет с Альпин, что это будет длиться буквально сезон-два, и Даниил найдет возможность вернуться в Формулу-1. Это будет какой-то позитивной тенденцией, связанной с его гоночной карьерой, и надеемся, что еще не будет все закончено. При том, что у Даниила за плечами очень богатый опыт в Формуле-1, более сотни гран-при, плюс несколько подиумов за спиной и не на самой быстрой машине, когда он выступал за не только за Red Bull, а еще за Альфа Таури. Поэтому в любом случае будем надеяться, что Даниилу сопутствует удача и он еще раз попробует вернуться в Формулу-1. Давайте поддержим нашего гонщика. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки за Даниила, пишите комментарии в его поддержку. И до новых встреч!